Значит, друзья мои, прибыли цветы вот еще с корнями, с луковицей, тюльпаны, красные, желтые, разного цвета. В общем, будем продавать к 8 марта. Вот тут они, вон сейчас там корыто налью воды, пока будут стоять 1-2 дня. И потом будем формировать букеты и будем стоять где-то возле церкви. Где будем стоять, потом скажу. Приходите, покупайте к Роману. В общем, друзья мои, сейчас вот так выглядит это царство, вот. Красота вот. Ну, оно пока так будет, я же говорю, день-два стоять. Вот оно, красные, желтые. Ну, где-то будем стоять возле на подсолнухе где-то будем стоять. Потом скажу, где будем стоять. Так что приходите к Роману, виноделу Бердянскому за цветами. Доброго дня вам, будьте здоровы. До новых встреч и всех с праздником 8 марта. Так, ребята, формируем букетики. Уже начал. Сегодня 4 марта. Делаем вот такой вот красненький, там уже желтый сделали. Там на выходе покажу, что получится. Ребята, начинаю так, вот засунул сюда, в этот самый рукавчик, теперь беру, связываю и делаю такие вот спиральки, вот так вот, раз и раз. И вот на выходе вот такой букетик получается, 60 приблизительно гривен будет стоить. Спасибо за внимание. Друзья, теперь ракурсы с моей стороны. Вот, смотрите. Вот такой вот, смотрите, красавчик сделал. Вот. Вон столы у нас стоят, будем этот самый. Вот, это цветочки. Вот, головки обрезали. Вон уже букетики наформировал. Есть по букетам, а есть поодиночно, поштучно. С 8 марта всех, дорогие женщины. Ребята, приходите покупать. Добрый день, друзья мои, с вами на связи Роман Винодел Гринянц. Сегодня 5 марта, и мы продолжаем заготовку, готовим букеты 8 марта. Сейчас у меня, так сказать, перекупщик, я вот себе котика сделал. Но процесс идет, он мой уже, одну четверть я уже работы переделал. Тут оно все внизу, вот так просто на витрину поставили. Друзья, привет! С вами на связи Роман Винодел Бердянск и Татьяна Огонь. Огонь. Таня Огонь. Да. Значит, фаер-шоу. Да. Сейчас у нас фаер-цветы. Вот. Приходите на подсолнух. Мы будем стоять на подсолнухе и продавать цветок, тюльпаны. Зажигать огни. И зажигать огни. Поздравляем женщин с 8 марта, Международным женским днем. Друзья мои, мы мотаем цветы, продолжаем мотать. Уже намотали 5 ведер и там... Полная ванна внизу. Татьяна, что вы скажете по этой работе? Товарищ директор, отпустите домой. Нет, надо работать. Я еще уже рано. Устала. Ну, еще поработаем часочек, а потом по домам. Добро? Да, хорошо. Нам надо сделать высший класс, высший пилотаж.